кексики с вишней прохожу, вкусные, о них уже рассказывал. Друзья, привет! Давайте покажу, что новенького привезли. Вот такой вот котофейка сидит, прикольный. С собакой мы, у нас уже было ведро. Контейнер для хранения 8,5 литров, стиральный порошок, корм для животных 147 рублей. С крышечкой, сделан достаточно качественно, так добротно, пластик плотный. Ну и рисуночки радуют. Еще для животных привезли вот такую новинку. Туалет для кошек 43 на 30 на 12 сантиметров, 137,90. Жесткий пластик, бортик, чтобы не рассыпалось, что немаловажно. Так, ну я думаю, хороший товарчик. Друзья, еще вот такой товарчик, сушеная манго Zulu Food. Один раз пробовал, 182 рубля 50 копеек, кстати, подешевело, было в районе 200-210 рублей. И мне показалось, что это действительно манго. Ну, я так считаю, лично мое мнение, лучше не экспериментировать, есть проверенные какие-то продукты. То какое-то сушеное манго, непонятно откуда и сколько оно лежало, чем обрабатывалось. Друзья, другое дело, вот сок «Карачанские сады», «Дары Белогорья» к вашему столу. 100% написано натуральный, упаковочка 3 литра, удобная, там краник, очень удобно наливать. Изготовлен из сока прямого отжима, изготовитель «Карачанские сады», сделан по ГОСТу. Кстати, 100% яблочный сок прямого отжима. Вот тут нарисовано, как открывать коробочку эту, краник вот здесь снизу. Вот этот сок мне показался действительно натуральный, яблочный. 209,50. Сок истинный, яблоко-вишня 2 литра. Так, составчик, где у нас тут? Состав написано: нектар яблочно-вишневый осветленный, яблочный снег, сок вишневый, сок и так далее. Вот я брал мультифруктовый, мне абсолютно не понравился этой фирмы, какой-то водянистый, химический вкус. Я воздержусь. Итак, вот обратил внимание, у нас новиночка Иваси холодного копчения. Срок 6.02.22, 300 грамм масса. Такие крупные жирные рыбины внутри, 4 штучки. Да, в этой упаковочке тоже 4. Выглядит, кстати, аппетитно. 77 рублей. ООО «Николина». И еще вот такая наборчик к пенному холодного копчения. Масса 200 грамм. Так, ценник интересует 69,90. Форель. Надо взять попробовать. Друзья, раньше покупал здесь яйца. 172,50. Лоток 30 штук. Столовая С2. Вот посмотрите, какого они размера. Очень маленькие. А вот фрутоняню здесь очень выгодно покупать. Сроки всегда нормальные. Смотрел. Вот этот цыпленок. И ценник всего 30 рублей 50 копеек. 100-граммовая баночка. Такие же, такой же состав, как и в других магазинах. Баночка выглядит абсолютно идентично. И на вкус. Ценник хороший. Я думаю, хорошая экономия. Помощь маме. Всем удачи, до встречи, пока.